Христианские притчи. Наследие святых отцов. Авва и вор. Однажды Авва Макарий застал в своей келье вора, который грузил его вещи на стоявшего у кельи осла. Не подав вида, что он хозяин этих вещей, преподобный стал молча помогать увязывать поклажу. Отпустив его с миром, блаженный сказал себе: «Мы ничего не внесли в этот мир. Ясно, что ничего не можем и унести отсюда. Да будет благословен Господь во всем».